А на разных, короче, Итак, 10-10, дамы. Дамы, не легко победить. Серег, что-то кажется, расклад не очень. И четверку крестики. Четверка крестики. Вида! Мы проиграли десятком по пике, представляешь? Игрока уже меньше пишет, две дамы. Второй. И на Ире. Дамы выиграли. Дамы выжили. У нас дама лав на втором столе. Итак, дамы и господа, время поболтаем закончилось, мы продолжаем обычные раздачи. Бабл продолжался не менее 30 минут. В конце концов, Сергей Чанцев становится, к сожалению, бабл-боем. Но все остальные проходят в призы. 63 участника остается за столами главного события. И теперь мы уже следим за теми, кто пройдет за финальный 6-макс-стол.